when you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta be... Итак, друзья, еще раз всем привет. Сегодня Вася будет меня уничтожать конкретно, как он обещает. Но мы это еще посмотрим. В общем, Вася, давай объясняй, какие упражнения у нас будут. И начнем. Сегодня мы сделаем 5 упражнений на скорость. Это будет 3 броска, 3 болевых партеры. Соответственно, первый это будет отработка броска со стойки мельница. Бросок через бедро. Третье. Проход ноги с подъемом. Дальше мы уходим в партер, отрабатываем 2 основных болевых приема с позиции гард, то есть когда ноги закрыты на корпусе, то есть это треугольник именно на скорость. И классический рычаг локтя, также называется как армбар. Здесь делаем по 50 раз каждый именно на скорость. И потом меняемся, да? И потом меняемся. В конце, что у нас будет в конце? В конце будет борьба. Будет борьба, классическая борьба. Получается, один человек в круге, правильно, как я понял, по 30 секунд боремся, и круг меняется. И будем меняться, да. То есть каждые 30 секунд будет меняться партнер без остановки. Чтобы скорость была, да? Да, борьба будет со стойки и в партере полностью. Давай. Давай, удачи. Погнали. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to have faith. 30 секунд, взорвались на 30 секунд. Проход в ноги с подъемом и кладем его на плечо. Пары поменяли. Подсаживайся. Одну руку в живот толкаем, вторую на себя. Открываем, замок закидываем. Одну сверху ножку, вторую просто отсюда. В живот одну толкаем, он, видишь, сам ее заводит, ты в живот ее толкай, да. Вова, не вались на него, сиди ровно, чтобы он таз подкидывал вверх. Вот, таз вверх подкидывать надо, выше таз подкидывай, выше таз, вот смотри, Колька где, смотри. Выше подкидывай. Стойки встаем, Саша! Руся, сразу стойки начинаем. Да, начало со стоечки. А дальше уже смотрите, как вам интересно. Фу, друзья, конечно, давненько я не боролся. По мне видно, что я реально выдохся, реально устал. 3 раунда борьбы по 5 минут. Конечно... жестко. Чувствую, что деревянный, потому что сейчас готовлюсь к абсолютно другому. Работаю каждый день железом, каждый день ноги. И сегодня у меня просто ноги гудят. И здесь, в борьбе, как никогда задействованы ноги. Это, конечно, очень круто. Ну все, еще один раунд борьбы. И на сегодня уничтожение будет точно самое продуктивное. Ну что, Вася, уничтожили меня по итоговой? Ну, результаты тренировки. И да, ты здоровый парень, накачался, мощный. Но не хватает у тебя, конечно, функционала. Самое главное – это техника. Техники, техники, техники много. Борешься как камень, а камень, как правило, бороться не может. Ты должен быть как змея, как вода, обтекать под своего соперника. И работать именно техникой, не физухой. Согласен полностью. Я считаю, что тебя мы сегодня уничтожили. 100% уничтожили. Вот самое-самое, что мне запомнилось сегодня, это то, что мне сделали болевой на ногу. Вот ахиллеса, это прям вот, очень неожиданно было, причем ахиллеса. Все, 100% уничтожили. Спасибо за тренировку. Божья сила. Это было круто.